Мегаполис – действительно полезное мероприятие, которое мы долго ждали, и мы уже соскучились. Соскучились по общению, соскучились по коллегам из финтеха, из банков, из технологических компаний. На Финополисе мы представили чат-бот для малого и среднего бизнеса. Кроме этого, мы представили возможность получения платежей через смартфон, который заменяет посттерминал собой. Ростелеком выступает на этом Финополисе с большим разнообразием продуктов. В частности, это кибербезопасность, облачные сервисы, система разработки данных, значит, система хранения данных, плюс один из наших флагманских продуктов ESMP, это отечественный аналог ITSM. Дальше продукты по большим данным, также мобильная операционная система Aurora и клиентский сервис. Финополис для нас является уже таким историческим местом, которое, ну, мы ждем его каждый год. И это важная тусовка всех банкиров и вендоров, и всех остальных, где мы собираемся, встречаемся и пытаемся рассказать, как и что новое мы сделали за этот год. Мы на Финополис привезли наш замечательный стенд, который очень похож на наш новый концепт развития наших отделений. Мы поставили определенные такие специальные камеры с искусственным интеллектом, которые анализируют, как люди приходят к нам, с каким настроением, удовольствием и что лучше им предложить.